Между тем, завтра страна отметит День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений. Великий русский писатель Максим Горький писал: «Любить детей – это и курица умеет, а вот уметь воспитывать их – великое государственное дело, требующее таланта и широкого знания». И действительно, в этой сфере трудятся настоящие энтузиасты своего дела. Накануне праздника наш корреспондент Александра Охлопкова встретилась с одной из них. Детский сад – мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь всегда вкусно пахнет, здесь чувствуется атмосфера добра. Каждый работник детского сада – артист, художник, мастер на все руки. Но их главный талант – любить детей. И по словам нашей сегодняшней героини Розалии Яковлевны, любить детей – это ее профессия. 20 лет Розалия Спиридонова посвятила этой трудной, но интересной профессии. Все эти годы она работает музыкальным педагогом в детском саду. В Розалии Яковлевне сочетается огромное трудолюбие, любовь к своей профессии, малышам, стремление к совершенствованию профессионального мастерства и удивительная мягкость характера. Розалия Яковлевна воспитала не один десяток поколений. За всю трудовую жизнь она организовала несколько ансамблей, которые оценены не только в российских, но и международных конкурсах. По словам педагога, чтобы научить чему-то ребенка, выработать какие-либо навыки, педагог тратит много эмоциональных сил, но и взамен получает большое количество положительных эмоций. До сих пор ее воспитанники держат связь с педагогом. Мне моя работа очень нравится. Работать с детьми. Это счастье. Даешь детям все, все свои знания, всю свою энергию. Сейчас вот с возрастом больше меня называют, эбеда, бабушка. Ага. Я сама как бабушка, семерых внучат, 7 внуков у меня. Работа в детском саду – это постоянный поиск, развитие. Наверное, и поэтому Розалия Яковлевна еще в 2002 году написала свои первые две композиции для детей. И как она сама отмечает, в то время хороших, емких, легких детских песен на родном языке практически не было. Сочинила экспромтом две песни сразу же. Ага. И после этого, как-то мне понравилось песенки. Дети пели, детям тоже нравится, поэтому вот в последнее время с ансамблем я стараюсь свои песни исполнять. Среди коллег Розалия Спиридонова заслужила авторитет и уважение. Она тот человек, на которого можно положиться в любом деле. Очень любящая детей, действительно ее дети обожают. Она своим тоном голоса дает детям установку, и дети ее занятиях никогда не балуются, всегда слушаются ее. Сегодня Розалия Спиридонова и еще 35 работников дошкольного образования республики получили гранты главы за свою ответственную, невероятно сложную работу – воспитать человека и вложить в него свою любовь, заботу и делиться умением. Александра Хлопкова, Владимир Таюрский, Евгений Рязанский, НВК «Саха», Якутск.